Попытка ограбления магазина в селе Константиново произошла на прошлой неделе. На вызов выехал наряд в составе старшин полиции Виталия Максимова и Олега Пашкова. На месте они обнаружили приоткрытую дверь подсобки, а внутри троих людей. Злоумышленники попытались силой вырваться на свободу, но полицейские были начеку и крепко придерживали дверь. Тогда преступники устремились к другой, входной двери магазина. Преступники поняли, что оказались в западне и решили прорваться все у той же подсобки. Вот этот монтаж, который у меня был в левой руке, я чтобы отвлечь их внимание, прям мне чтобы взять пистолет, достать пистолет. Вот, я эту монтажку бросаю в них, отвлекаю какие-то доли секунды их внимания. В этот момент я поворачиваюсь спиной к ним, когда меня начинают по спине бить. Достал пистолет и начал стрелять. Первый выстрел я сделал в сторону сарая сделал выстрел. А второй выстрел я сделал на поражение. Когда, после второго выстрела мне монтажку ударили по руке. Вот, но пистолет я не удержал в руке. Я его перехватил в левую руку. И в этот момент Виталий перелазит через забор, и они начинают уходить в темноту. Подоспевший напарник задержал раненого в ногу преступника. Двух остальных задержали уже после введения плана перехват. Ранее судимый? По каким статьям? 158. От Российского кодекса, да? Да. От Молдавского кодекса. 195. Что это такое? Кража тоже. Что-то такое. Я не знаю, я тебя спрошу. Не знаю, кража там. Сколько отбывал реальных сроков? 5 лет. По версии следствия, целью грабителей был установленный внутри магазина банкомат. По факту попытки хищения возбуждено уголовное дело. За применение насилия в отношении полицейского злоумышленнику грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Старшины полиции Олег Пашков и Виталий Максимов получили поощрение от начальства.